пришла поднять настроение. Своим настроением буду поднимать ваше настроение. Регина Шахутдинова пришла на кастинг поддержать подругу и по счастливой случайности оказалась у микрофона сама. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Регина, моя фамилия Шахутдинова. Это вы что запомнили, да? Это я запомнила, неожиданно для себя. Как еще раз фамилия? Шахутдинова. Что будем петь? Вайну. Желаю, да? Желаю. Будем вам желать счастья. Можно начинать? Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтоб ваши дети вас радовали. Най-на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 . Волнуюсь я очень. Ай-ля-ля-ля-ля. А еще что-нибудь? Может быть, лирическое? Да-да-да, что-то такое. Сейчас я не подготовлена. Ничего страшного. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, по душе на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь пеплом на щеке, останусь небом на земле, я для тебя останусь светом. А где-то, я вот уже начинаю путаться, вы часть, вы уже говорили, вы где-то занимались музыкой, нет, вокалом? Нет. А вокалом нет. Тоже нигде не занимались? Ну, а после колледжа культуры что-нибудь заканчивали, Регина? А я поступила в Казанский институт культуры и искусств. Сейчас я на заочном отделении там. На режиссер-постановщик. На режиссер-постановщик, да? Угу, ясно. То есть концерты нам будете ставить, да? Я была вашей ведущей словарь. Для меня это нравится. Вот мы сейчас как раз работаем с детьми. И для меня огромное счастье. Я хочу наших маленьких детей отправить к нам на сцену, чтобы у нас маленькие дети тоже были как и ведущими, так и выступали. У нас очень мало маленьких детей работают ведущими. Поэтому я прям безумно хочу их подготовить к этому. Именно у нас в городе, именно наших маленьких детей, маленьких и взрослых детей. Поэтому мне это нравится. То есть следующий кастинг у нас будет кастинг ведущих, да? Да. Можно. Ну, все понятно. Спасибо. Шахутдинова Регина Альбертовна. Очень эффектно, красиво. Очень впечатлили все жюри, вы у нас, и потом мне понравилось, что у вас есть еще и специальное образование режиссера. Надеюсь, вы мне будете помогать как режиссер, ну и участвовать в проекте.